message.
Vader!
Ловил, кажется. Огромное тебе спасибо. С твоей помощью мы сможем спасти хотя бы нескольких людей. До связи. Доброволец 111. У конгломератора тебе есть задача. Слушаю. На острове еще до дня Икс выращивали специальные грибы. Ты уже мог их видеть, они выделяются своей высотой. Но не только этим. Из них в свое время планировалась пассивная добыча мха. Все запасы грибных споров конгломерата на материке или пришли в негодность, или были уничтожены сепаратистами, активность которых растет с каждым днем. Единственная надежда на запасы на граничном. Тебе нужно найти споры и отправить их нам. А разве мох не добывается другим способом? Добывался, но теперь это невозможно. Мировое сообщество беспокоится, что это может усугубить ситуацию. Мы вынуждены принимать их условия. Где я могу найти споры? В квартале D5. В полевом лагере ученых, которые когда-то там жили и работали над этим видом грибов. Будем ждать отправки. До связи.
Кажется.
я сломил карт.
Ugh!
получил споры. После обнаружения странной задачи от 400-го я уж было подумал, что ты отклоняешься от пути, который поможет нашей стране и конгломерату. Но я ошибался. Родина этого не забудет. Эй, привет. Это Элеонора. Здравствуй. Еще раз хочу поблагодарить за помощь с медикаментами. Они уже отправлены нужным людям. Рад был помочь. Слушай, по поводу вашей организации, правда? Можешь рассказать о ней подробнее? Правда была основана еще до Дня Икс. Началось с моего ухода из Нового Света. Меня беспокоило, что происходило внутри департаментов конгломерата, особенно в отделе Медуза. Проводимые эксперименты, скрываемые от общественности и даже правительства Советов, меня очень пугали. Тебе известно о случае в Изумайловске? Да, до меня доходили слухи. Это не слухи. Объект 147. Подопытный вошел в конвертатор и появился за сотни километров от места проведения опыта. Самое страшное, что подопытный перестал быть нормальным человеком. Как бы ужасно это ни звучало. Значит, это правда? И какова ваша конечная цель? Разобраться, кто же виновен в произошедшем на самом деле. История про Огнена и то, как он уничтожил весь мир, звучит не слишком правоподобно, учитывая то, что нам уже удалось узнать. Если честно, то за последнее время я тоже услышал от своих кураторов массу странных вещей, доверие которым, мягко говоря, не особое. Хоть я и не знаю, о чем ты, но примерно понимаю твои ощущения. Никто ничего не говорит, но ты понимаешь, что происходит что-то совсем нездоровое. Да, слушаю тебя. У меня появились данные о нашем комплексе «Поддержка». С его помощью Новый Свет скрытно мог перевозить грузы по территории Граничного под землей. Однако важно здесь то, что в полученных мной документах говорится о неком грузе под индексом 147. Очень странно, что значение совпадает с объектом 147, то есть с безумцем. Мне кажется, что «Поддержка» скрывает в себе что-то ужасное, но в то же время полезное для нашего расследования. Мне нужно отправиться туда. Где она находится? С этим сложно. Это секретный объект. В документах не упоминается квадрат или координаты, по которым можно было бы найти вход в комплекс. Я попробую узнать об этом. Хорошо. Держи в курсе. Михаил? Да ты меня напугал. Наливал себе чай, тут ты. Чего такое? Ты знаешь что-нибудь о подземке? Знаю. Это не то место, которое тебе стоит посещать, дружище. Как раз его мне и нужно посетить. Спорить не буду, но я скажу тебе координаты только после того, как ты, обезопасишь себя. Я не хочу брать на себя грех и отправлять тебя на смерть. Да что там такое? Чернь, слышал о таком? Нет. И хорошо, что не слышал. Это подземные твари. В каком-то смысле, это одна из разновидностей безумца. Мутанты человека, что ли? В определениях я не силен. То ли работники, которые там остались, то ли еще чего. Я знаю только две вещи. Во-первых, оттуда еще никто не возвращался. А во-вторых, тебе понадобится пугач. Это такой специальный фонарь, освещение от которого чернь боится. Где я могу его достать? Есть на острове один тип. Странный мужик, отшельник, но мастер отличный. Имени его не знаю, его все зовут инженером. Говорят, что всю семью потерял, и после этого спился и стал жить отшельником. Ищи его в квадрате Е5. Thank you.
ранен. Знаю, что ты где-то рядом.
я словил ка.
разорвет на части. Сейчас ты у меня потерять.
Я сломил кажется.
Что? Че ты штукаешь, мать твою? Тебе чего тут надо, ублюдок? Поживиться чем-то пришел. У меня есть для тебя пара шпинцов. Эй, полегче, я не мародер. Мне сказали, что где-то здесь я могу найти инженера. Кто сказал? Михаил, торговец из Оазиса. Предположим, что тебе надо от этого инженера? Пугач. Нехилые запросы. Так инженер, да, это вы? Тащи мне пару бутылок водки или чего-то еще. Кричи. Вот тогда и поговорим. Понял.
Рад видеть в своем магазинчике. Чем могу помочь? До встречи, дружище. Приходи ко мне снова, если что-то понадобится. Thank you.
В этом месяце покупателей совсем нет. Мельчает граничный. Заходи еще.